Первая победа под руководством нового тренера и первый сухарь в сезоне. Ярославский «Локомотив» на своем льду разгромил рижское «Динамо». Этот матч стал дебютным на тренерском мостике в КХЛ для нового наставника железнодорожников, легенды ярославского хоккея Александра Ардашева. В первом периоде хозяева и гости действовали предельно осторожно. Счет был открыт на 16-й минуте. Ярославцы организовали атаку 3-2, и Павел Красковский с добивания отправил шайбу в ворота рижан. Во второй 20-минутке преимуществом овладели уже волжане. Сначала Максим Осипов удвоил преимущество своей команды, а за 5 секунд до второго перерыва Николай Коваленко и вовсе сделал счет неприлично крупным для гостей. В третьем периоде железнодорожники больше уже сосредоточились на защите собственных ворот, что, впрочем, не помешало им отличиться вновь. После броска Стефана Дакосты помог рикошет от конька защитника «Динамо». 4-0. Победа «Локомотива». Голкипер Илья Коновалов оформляет первый сухарь в сезоне. Боялся эту команду, потому что команду мы разобрали. Команда очень хорошая, мобильная, быстрая. Мы подготовились за эти 1,5-2 дня. Значит, большое спасибо ребятам, что выполнили установку на игру. Всем большое спасибо. Ну, волнение на самом деле было, особенно вчера, когда представляли команде. Все это было неожиданно на самом деле. Рад, что дебют получился. Будем надеяться, что дальше будем радовать наших болельщиков. Теперь железнодорожников ждет выезд по маршруту Челябинск-Екатеринбург-Магнитогорск. Поединки против «Автомобилиста» и «Металлурга» 1 и 3 октября 1 Ярославский покажет в прямом эфире. Начало обоих поединков в 17 часов.